друзья мои, а я уверена, что сегодня в этом зале собрались мои друзья, прожито много, так вот я и думала рассказать вам, как я дошла до сегодняшнего дня. Родители мои были большими театралами и совершенно обожали малый театр. Дома только и было разговоров, что о великих корифеях малого театра, а Южин и Ермолова – это были кумиры нашего дома. Мать сама мечтала о сцене, сама мечтала быть актрисой, но она была женой кадрового офицера царской армии, значит, в то время она не имела права быть профессиональной актрисой. И только в 1904 году, когда разразилась Первая японская война, и мой отец был очень сильно ранен и принужден был выйти в отставку, вот только тогда мать исполнила свою мечту и пошла на сцену. Поступила к Собольщикову Самарину, который держал тогда антрепризу по Волге. И в Казани, и в Саратове, и в Нижнем Новгороде, и в Самаре. Я постоянно толкалась то же самое за кулисами, иногда засыпала где-нибудь в углу на узлах с костюмами, а иногда смотрела из первой кулисы на то, что делается на сцене. Все детские роли я исполняла в антрепризе Собольщикова Самарина. Следовательно, я на сцене очень давно, почти уже 70 лет. Нам, людям старшего поколения актеров, посчастливилось. Мы застали в Малом театре Ермолову, Садовскую, Решковскую, Давыдова, Южина, молодого Остужева. И вот среди этого сонма замечательных актеров, выдающихся актеров того времени, в программах, в афишах прославленного малого театра появилась фамилия Коголева. Молодая, красивая, прекрасная, впрочем, такая же красивая, как и сегодня, с чудным грудным голосом актриса. Но мне все-таки хочется сказать несколько слов о том, что когда смотришь или слушаешь Елену Николаевну, то вас поражает та благородная, та мужественная манера исполнения ролей, лишенная вульгарности и пошлости, которые часто, к сожалению, присущи нам, драматическим актерам. И потом, конечно, великолепная русская речь. Этой речью всегда славился в прошлом малый театр, что очень отличало его от других театров. И то, что Елена Николаевна усвоила. И до сих пор она сумела сохранить эту речь, тогда, когда мы, откровенно говоря, разучились говорить по-русски. В выступлениях о театре Гарсия Лорка есть такие слова. Ведь зрители в театре все равно, что дети в школе. Они обожают строгого, справедливого учителя, потому что он учит справедливости и сам вершит справедливость. А учителям робким,
которые подлизываются к ученикам, они втыкают иголки в стулья. Как часто мы, к сожалению, сидим на иголках. И вот тут невольно хочется сказать о Елене Николаевне, потому что мне мало приходилось с ней общаться, лично общаться с ней. Но до меня она всегда доходила как строгий человек к себе, как человек дисциплинированный, как человек, который отдает себя театру бескорыстно. И в этой какой-то необыкновенной отдаче она имеет право быть строгой и к театру, к репертуару театра, к своим товарищам. И именно эта строгость, как я от многих слышал ее товарищей, она заслуживает ей уважения и любовь в театре. И вот мое первое выступление в Малом театре. Это был ввод. Венецианский купец Шекспира. Мне поручили роль Джессики. Это был ввод, значит, были такие с минимальной обстановкой сцены, репетиции. Всего их было, по-моему, 3 или 4. Перед тем, как поднялся занавес, тогда поднимался занавес в Малом театре, я стояла на выходе, и вот слышу этот шум, поднимается занавес. Меня обуял такой страх, что думаю, убегу. Не надо мне ничего мне не надо, потому что я ничего не могу, и мне очень страшно. Стоило огромных усилий, чтобы я все-таки совладала с собой, вышла на сцену и прошла первая картина. После первой картины, по традициям того времени, между первой и второй картиной не было антракта, но по традиции того времени Правдин, который играл в этом спектакле Шейлока, вывел меня перед занавесом и представил публике, представил зрительному залу новую молодую актрису. Это было очень для меня и взволновало меня, и до сих пор это незабываемо, потому что в этом есть большая очень доля чего-то очень нужного для наших молодых актеров. Когда тебя представляют старейший почти что актер коллектива, актер труппы, представляет тебя зрительному залу как молодую, равноправную актрису этого великого театра. Это очень дорого, и это очень накладывает большие обязательства. Задумаешься, как же ты будешь себя дальше вести? Как же ты будешь дальше в этом театре играть? Как же ты будешь достойный, будешь ли ты достойный этого театра? С Еленой Николаевной Гоголевой, как товарищ по работе, я встретился, в общем, недавно, в 1948 году. Но как артистку я ее знаю всю мою жизнь. Я всегда с удивлением и восхищением следил за ее удивительной сценической судьбой. А встретился я с ней лично, скорее всего, не на сцене. Елена Николаевна Гоголева в течение очень многих лет председатель Центральной военно-шефской комиссии.
и она самая военная артистка нашего советского театра. Я всегда удивлялся ее поразительному умению общаться с людьми, особенно вот с молодыми нашими военными ребятами, с солдатами, там, младшими офицерами. В течение первых же 10, даже 5 минут между ними устанавливались какие-то удивительно товарищеские, добрые, короткие отношения. Она была всегда и сейчас есть чудный, дивный товарищ. А артистка она необыкновенно еще и вот почему. Елена Николаевна Гоголева знает старую жизнь. Когда, например, она играет в моей постановке «Достигаев и другие» игуменью Меланию, злую, монашку, властную, страшный характер, то я всегда удивляюсь, что она знает все это. Она знает все это не из книг, не умозрительно, а она знает по жизни все это. И в это свое знание она вкладывает отношение современного художника, художника-коммуниста. Совсем недавно я поставил на сцене Малого театра к 150-летнему юбилею театра «Грозу Островского». Надо вам сказать, что я отрицательно отношусь ко всем штампам, которые наросли на эту пьесу, и пытался поставить ее, и думаю, что поставил ее, соответственно, замыслам Островского. Единственное, что я взял из старой «Грозы», это образ полусумасшедшей барыни, которую замечательно и удивительно играет Елена Николаевна Гоголева. Мне не пришлось делать ей, никаких замечаний. Я не внес в этот образ никаких коррективов. Все это было сделано правильно и по-современному. И все-таки моя сумасшедшая барыня в постановке Бориса Андреевича Бабочкина, все-таки она несколько отличается от моего образа сумасшедшей барыни в постановке прежней Веры Николаевны Пашенной. Ну, да это и понятно, роль же не может оставаться все время на месте. Она действительно развивается, и к тому же нужно принимать во внимание еще и общую постановку пьесы. Вот так же случилось, например, со мной в роли герцогини в «Стакане воды», которую я играла в Малом театре чуть ли не 30 лет. Вначале я играла герцогиню-женщину, женщину-соперницу, которая борется за своего еще не любовника, но любимого ею молодого офицера. А потом однажды я увидала в кинохронике приезд в наш Советский Союз Уинстона Черчилля. Я увидела, как он шел вдоль почетного караула и как он вглядывался в лицо каждого бойца, стараясь понимать, что же такое эти большевики. Государственный деятель Черчилль. И вы знаете, вдруг мне пришла мысль, позвольте, да ведь моя же героиня, моя герцогиня, ведь это же леди Черчилль, герцогиня Мальборо, то есть предок этого самого Уинстона Черчилля. Так неправильно ли и неинтереснее ли сегодня для наших дней перенести акценты с любовным, так сказать, контактом и с любовной борьбой за молодого офицера на борьбу политическую с Боленброком? Герцогиня? Сэр Сен-Джан. Я как раз только что думала о вас. Вы часто делаете мне эту честь, сэр. Это доказывает ваше постоянное на меня нападки. К сожалению, в моем распоряжении нет другого средства напомнить вам о себе. О, успокойтесь, сэр. Я обещаю вам не забыть сегодняшнего номера вашей газеты. А, вы удостоили его прочесть? Да, у королевы, у которой я только что была. Вы были там? Да, сэр.
И дежурный офицер только что передал ее величеству модный журнал. Которому я не причастен. Это я знаю. Мода на вас давно прошла. Но среди листов этого журнала, вот вместе с вашей газетой, лежало письмо маркизы де Торси. Адресованное королеве. Поэтому-то я его и прочла. Герцоги. Я обергофмейстерина, ее величество. И все письма всегда проходят через мои руки. Если у вас когда-нибудь будет еще какая-нибудь эпиграмма или язвительное письмецо, которое вы захотите довести до моего сведения, вам стоит только адресовать их королеве. Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь вашим советом. Но теперь, по крайней мере, королеве известны предложения маркиза де Торси. Это все, чего я хотел. Я прочла письмо, и огонь воздал ему должное. Что? Да, да. Что это за прелестное дитя? Как ваше имя? Абигаль. Ах, так это о вас мне только что говорила королева. Как? Ее величество уже изволили вам говорить? Предоставляя мне полное право принять вас или отказать. Ведь вы же понимаете, мисс, что вам необходимо иметь документы о дворянском происхождении. Они у нее есть. А вы тоже интересуетесь этой молодой особой? Я бы с удовольствием ее приняла. Но для того, чтобы находиться на службе у ее величества, необходимо принадлежать к самой знатной фамилии. Она принадлежит к самому блестящему роду. Ну, вот это мы увидим. Есть так много людей, которые выдают себя за дворян. Она просто стесняется признаться перед вами, что ее зовут мисс Абигайль Чёрчилль. О? Теперь вы понимаете, герцогиня, что моя газета-исследователь могла бы завтра же потешиться над благородной герцогиней, кузина которой служила простой продавщицей в магазине. Но успокойтесь, если мисс Абигаль будет зачислена в штат фройлен ее величества, я обещаю вам, что никогда ни одним словом не обмолвлюсь об этом пикантном анекдоте. Итак, герцогиня, жду вашего ответа. И вы его сейчас услышите, сэр. У вас огромные долги. Свыше миллиона франков, которые ваши кредиторы, отчаявшиеся и потерявшие надежду, продали мне, да? Я скупила все ваши векселя. Но, надеюсь, теперь вы уж не станете меня упрекать в желании обогатиться, так как все говорят, что эти векселя безнадежны. Но они имеют одно очень важное преимущество. Они влекут за собой арест за долги. И вот если тот пикантный анекдот, о котором вы только что изволили упомянуть, появится завтра в утренних газетах, то вечерние газеты объявят, что его остроумный автор, сэр Генри Сент-Джон, в данное время, сидя в долговой тюрьме, сочиняет статью о том, как надо делать долги. И еще было очень интересно, что в это же время, это уже было начало 20-х годов, очень много было гастролеров, приезжавших к нам сюда и из-за рубежа. Приезжал Папазян. Это величайший трагик Армении. Играл он Отелло, играл казнь. А меня пригласили играть Дездемону и Кэт в казни. Это тоже было необычайно интересно. Он играл по-армянски, он играл по-русски, он играл по-французски. И вот в последнем акте он мне на репетиции говорит: пожалуйста, я буду вас бросать на кровать и буду вас душить там, на кровати. Вот здесь кровать, значит, вот, а я вон там должна была стоять. Вот, говорит, я к вам подойду, вас, говорит, возьму, перекину на кровать. Я говорю: хорошо, а как же это будет? А вы, говорит, только вот здесь, говорит, руки сцепите,
чтобы я мог за них взяться. Я вам ничего не сделаю, больно вам не будет. Когда подошел последний акт, и когда я увидала, что у меня, на меня движется не актер, не Отелло, а зверь, боже мой, я действительно схватилась за голову, ну, конец. Сейчас он меня задушит действительно, как ягненка. Как он меня схватил, как он меня перебросил, как он якобы коленями встал мне на грудь и стал меня душить, я не знаю, но у меня не было никогда ни одного синяка, ни одной царапины. Ничего. Это была изумительная совершенно техника актера, что вот даже в таком темпераменте, даже в таком необычайном, сильном задоре и так далее, даже тогда он знал точно, как ему схватить, как перебросить, как душить, чтобы не причинить партнеру ни малейшего вреда. Тогда я уже стала играть привидение. Правда, не фру Альвин, как сейчас, а Регину. Играла я с Моиси, играла с Арлениевым. Это были два разных Освальда. Было очень интересно. Освальд Арленева был все-таки немножко слишком патологичен. А Освальд Моиси, это был художник. Это был художник, большой художник, которого постигло вот такое несчастье. Сейчас вот уже 18 лет, как я играю фру Альвинг. Да, фру Альвинг – это интереснейшая роль в репертуаре актрисы. Это борьба с призраками, борьба с привидениями, борьба с той ложью, с той лицемерием церкви, с теми предрассудками, которые приводят к катастрофе и ее единственного сына, делают бесконечно несчастной ее жизнь и к гибели ее мужа. Теперь ты успокоился, Освальд? Да. А знаешь, это только одно воображение. Ты просто вообразил себе весь этот ужас. Ты не вынес потрясения. А теперь ты отдохнешь. Ты отдохнешь дома. У своей матери, Освальд. И на что только укажешь, то и получишь. Как в детстве. Помнишь? Ну что, весь припадок прошел? Видишь, прошел. Прошел. И я знала. Я знала. Видишь, как легко все прошло. Ну вот. И смотри, Освальд, смотри, какой чудный день занимается. Смотри, яркое солнце. Ну вот, ну вот. Теперь ты увидишь свою родину в настоящем свете, мой милый. Мам, дай мне солнце. Что? Что ты говоришь?
солнце. Солнце. Господи. Господи. Что с тобой? Что? Освальд. 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 Что с тобой? А? Что это? Освальд. Освальд. Освальд, что с тобой? А? Ты взгляни на меня. Ты взгляни на меня. Освальд, ты что, ты не узнаешь меня? А? Ты что, не узнаешь меня? Не узнаешь меня? Освальд, Освальд! Солнце. Солнце. Нет силы вынести. Не вынести. Никогда. Где это у него? Вот. Вот. О, да нет. Нет, что я? Что я? Что я? Нет. Нет. Да. Да. В 1922 году Малый театр осуществил очень большое мероприятие. Он открыл свой рабочий филиал на Таганке, там, где сейчас театр Любимова. Это был кинотеатр «Вулкан», из него переделали театр. Назывался он театр имени Сафонова, и вот это был наш рабочий филиал. Там мы играли те же пьесы, что и на основной сцене. Играли те же актеры, что и на основной сцене. Шел великолепный, очень интересный репертуар. Но необычайно была жажда всего коллектива сыграть современную тем дням пьесу. Ну, Шиллер, ну, Шекспир, ну, Мольер, ну, Островский. Все это очень хорошо, но хотелось о сегодняшних днях. И, наконец, это счастье к нам пришло. И в 1926 году Малый театр сыграл «Любовь Яровую». «Любовь Яровая» Тринёва в Малом театре – это событие не только для Малого театра, это событие для всей театральной общественности вообще. Для всех театров, для всего нашего союза. Ну, играли такие актеры и так поняли вот этого сегодняшнего матроса, этого сегодняшнего большевика, ну, то, что могли сыграть и сыграть неплохо, допустим, офицерство и так далее, это еще как-то такое можно было объяснить. Но сыграть и так глубоко почувствовать сегодняшнего человека, сегодняшние задачи этого человека, это было для Малого театра большой победой, потому что очень многие нам считали, что Малый театр в сущности музейный, он отжил, и его пора закрывать, и надо вообще думать о новых традициях, а старые уже все пылью покрылись. Вот этой пьесой мы доказали, что мы живы, что мы молоды, что мы можем идти
в ногу с нашим новым государством. Именно здесь, работая над Пановой, я стала думать о том, что надо мне намечтать и знать ее биографию до выхода на сцену. И вот я стала себе фантазировать, как она родилась, где она родилась, кто были ее родители, что было дальше, где она училась, кто были ее подруги, ее увлечения, то общество, которое я окружала, до самого ее выхода на сцену. Дают мне в «Варварах» надежду. Я говорю, нет, я ее играть не буду. Я ее не понимаю, я не знаю, я как ее играть, что это такое за роль. Нет. Так, по всем прежним, так сказать, моим ролям, как будто мне надо было бы играть Лидию, это уж прямое вроде. А мне надежда, я говорю, нет, я не понимаю, что это за мещанка такая, чего это она говорит. Я говорю, нет, я не буду. Одним словом, три раза я отказывалась от роли. Наконец, Зубов, а потом и Судаков все-таки настояли на том, чтобы я эту роль играла. Тогда я поехала к Марье Федоровне Андреевой. Я поехала к ней, она была тогда директором Дома ученых. Все мои чтецкие премьеры всегда проходили в Доме ученых. И я всегда видела в ложе, как она сидит и внимательно меня слушает. Это и дало мне смелость обратиться к ней. Я сказала, что вот, Марье Федоровне, дело в том, что я получила роль, может быть, вы мне поможете, может быть, вы мне расскажете, что хотел Горький, когда писал эту пьесу. И Марья Федоровна стала говорить, стала рассказывать. Вы знаете, я не слушала, что она говорит, но я смотрела на нее и слушала, как она говорит. Она была необычайно красива, даже в те уже очень пожилые годы. Громадные глаза, горящие громадные глаза, чудесная, немножко замедленная такая речь. И как она говорила о тех годах, о том времени, когда Алексей Максимович ходил и диктовал «Варвары», а она печатала под его диктовку на машинке. Было столько любви к этим прошедшим годам, что я думаю, так вот она, моя надежда. Вот откуда надо брать то, что потом так ли начали, но я старалась в этой надежде показать. Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится. Ну, оставим это. Вы сегодня так говорите. О любви ничего нельзя сказать. Это я вам только говорила, как разные герои объясняются. А любить нужно молча. Молча? Давайте чай пить, что ли? Боитесь. Я? Чего? Меня. Не думала я. Ну, довольно, однако. Не думала, что вы бояться можете. Смотрите, берегитесь. А чего же мне беречься? Ну что, любишь меня? Ну, говори, любишь? Да, как увидела. Мой Жорж, ты мой Жорж. Это мерзко. Не спеши, Анна, хотя все равно. Да, уж теперь все равно. О, вы зверь, вы гадкий зверь. Это от того, что полюбила. Подожди, Анна, молчи. Молчать? Как низко ты упал, Егор. Я поняла бы, если бы не это, если бы другая. Но это живо. Уйдем, Жорж.
Уйдем. Надежда Прикарповна, послушайте. Стой! Уймите этого болвана! Да убью тебя! Осел стрелять не умеет! Брось! Уйди, осел! Дьявол! Вы что, с ума, что ли, сошли? Надя, брось пистолет. Что случилось? У меня достаточно своих грехов. Я не хочу платить за чужие, болван. Что случилось? Он целовал ее. Уберите отсюда эту. Он целовался с ней. Степа, позовите тетю сюда. С ним? С вами? Ступайте вон. Проснулся, идиот. Надежда, кого ты выбрала? Я вам не ты. Кого ты выбрала? Его. Надя. Что, скандал? Дожили. За что? Надюша. Вы, барин, я виноват. Оказывается, надо было его. А впрочем, да все равно. Оба вы хищники. Мне жаль, что я не убил вас. Мне жаль. Да что вы можете, их вы? Да ничего не могу. Все сгорело в душе моей. Довольно, я говорю. Надя, уйдем домой. Мой дом там, где он. Там мой дом. 4 долгих года горело сердце. Что я теперь? Егор, ну что он разглагольствует? Сорвал мне ноготь. Вы дешево отделались за вашу выходку. Ступайте, будет. Прощай, Надежда. Прости меня за все. Я люблю тебя. Прощай. Ты погибнешь с ним. Погибнешь. Прощай. Прощайте, воронье. Ну, довольны, наконец? Все как в романе. Любовь счастливая, штуки 3 несчастных, попытка выпалить из револьвера, кровь, хорошо. А что же он теперь? Тоже убьет себя, да? Да я бы на его месте застрелился со стыда. Отдайте мне жену. Отдайте. Больше ничего не имею. Все в ней. Всю жизнь ей отдал. Воровал для нее. Пожалуйста, возьмите. Что? Как ты сказал? Возьмите, да? Да. Вот что, Надежда Прикарповна, я прошу вас простить меня. За что? Не придавайте значения моему поступку. Это минутная вспышка, вызванная вами же. Это не любовь. Говори проще, чтобы я поняла скорее. Я не люблю вас. Нет. Да нет же. Нет. Ты поцеловал меня. Меня никто не целовал. Только ты. А я, Надя. Молчи. Молчи, покойник. Кончим все это. Простите меня, если можете. Да нет же. Нет. 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 Вот. Вот я сяду. Жорж, сядьте рядом. А? Егор Петрович. Я не люблю вас. Понимаете, не люблю. Идиотская горка. Все вверх ногами. Доктор должен лечить, он наносит раны. На. А? Идем домой. Ты иди один. Иди один, покойник. Поедемте в Париж. Радость моя. Ну что вам здесь делать? А меня он не любит. Это верно? Да, конечно, нет. Разве когда любят? Не надо. Я сама знаю. Вот видите, радость моя. А может, только боится. А чего ему бояться? А что же доктор? Тоже убьет себя, да? Не знаю. Не думаю. Впрочем, если вы и так, вам разве не все равно? Вы же к этому привыкли. Сегодня доктор, завтра я.
А с чего же ему убить себя? Пистолет вот... Можно другой купить. Нет. Здесь не продают. Душно мне. Пойдемте на крыльцо. Постоим там немного. Пойдемте, люблю. Не надо. Как вы можете любить, если он не может? Он испугался. Сам он. И никто не может любить меня. Никто. В устах Елены Николаевны слова о трудолюбии, об актерском труде не являются красивыми фразами. Вы знаете, более трудолюбивого человека в театре я не знаю. Да, актерский труд – это тяжелый труд. Это тяжелая работа. Как будто огромный воз ты тянешь всю свою жизнь. Такова наша профессия. И мне кажется, что Елена Николаевна своим поистине неутомимым трудом подтверждает, какой отдачи требует актерская работа. Мне недавно посчастливилось ездить с Еленой Николаевной шефскими концертами по военным частям. И, вы знаете, мы всегда удивлялись. Даже мы, люди, в общем-то, помоложе, удивлялись ее какой-то необыкновенной энергии. Несколько часов мы едем на машине. Затем она играет несколько сцен, очень трудных, тяжелых. И вот выходит легкой, свободной, энергичной походкой в конце концерта и говорит, вернее, даже не говорит, а разговаривает с присутствующими в зале. Причем, вы знаете, говорит так, что и у людей, сидящих в зрительном зале, и у нас, актеров, которые стоят за кулисами, часто на глаза навертываются слезы. Доброжелательность, отзывчивость, черта человека такая, всегда прийти на помощь другому, это, по-моему, самое дорогое, что может быть у человека. И вот этими чертами, мне кажется, ну так трудно очень говорить, мне кажется, или утверждать что-то такое, но я это говорю не от своего личного имени, но я думаю, что меня поддержат многие очень актеры нашего театра, особенно молодежь. Это, конечно, неотъемлемая черта Елены Николаевны, доброжелательность. Вы знаете, мне посчастливилось, к сожалению, только один раз работать непосредственно на сцене с Еленой Николаевной. Но это останется, наверное, на всю мою актерскую жизнь. Я даже не играл, а как-то жил с ней, или еще какие-то, можно, не знаю, красивые слова подобрать. Просто я не могу не вспомнить, говоря о ней, о своей работе в спектакле «Пучина», где она играет мою мать. Вы знаете, что греха таить? Иногда бывает актер с именем, актер со всеми званиями, и когда он выходит на сцену, он чувствует, что все должны, в общем-то, смотреть на него. В общем, у нас есть такой термин «тянет одеяло на себя». Вы знаете, Елена Николаевна всегда, ну, перед ней был молодой партнер. Прежде всего она спрашивала: «Тебе удобно? Я в этой сцене тебе не мешаю». Это, вы знаете, по-моему, ну такая замечательная актерская черта. И, конечно, она не может не принести успеха. Мне кажется, что у Елены Николаевны в «Пучине» это огромный, огромный успех. Вот ты теперь обязан семейством. У тебя мать старуха. Да-с.
Ты уж очень совестлив, как погляжу я на тебя. А нынче так жить нельзя. Что ж с этим делать-то? Вот что, Кирюша, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает. А коли посоветует, так уж этот грех на ней будет. А сыну Бог простит. Вот теперь ночь. Мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду. Переломи, Кирюша, себя. Бери взятки. А я с тебя Богу умолю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя. Маменька, маменька, да что такое вы говорите-то? Конечно, конечно, мать-то должна добро учить. Да уж ты не брони меня, Кирюша. Видя нашу горькую смерть. Маменька, маменька, не мучься меня. Прости меня, Кирюша. Прости. Душа-то у тебя какая чистая. Эх, маменька. Нет. Нет. Вы меня любите. Вот вам и кажется, что у меня душа чистая. Да ведь стыдишься ты, брать-то. Был у меня стыд. А теперь уж нет. Давно нет. Ну так отчего же бы тебе? Вы думаете, я не взял бы? Взял бы я, маменька, взял бы. Ну так и бери. Бери! Вот тебе мое благословение. Эх, маменька, взял бы я. Да не дают. А за что мне дать-то? Я не доучился, по службе далеко не пошел, дел у меня больших нет. За что мне дать? Какой ты у меня бедный. Какой ты у меня горький. Я очень люблю нашу молодежь в Малом театре. И она действительно талантливая молодежь. Мне всегда очень радостно, когда я вижу успехи этой молодежи. Горюю, когда что-либо у них получается не так или какие-нибудь... Ну, непредвиденные простои, которые, увы, часто бывают в театре. И вот тут мне вспоминается отношение Александра Алексеевича Остужева к молодежи. Я вспоминаю мой первый, самый первый спектакль в Малом театре «Джессика в венецианском купце», когда мне пришлось в одной из картин в присутствии большого числа действующих лиц на сцене, там была и Вера Николаевна Пашенная, и Рыжов, и Михаил Франч Ленин, и Александр Алексеевич Остужев в Басанио, в роли Басанио. Вот мне пришлось Джессике говорить им о моем отце. Ну, присутствие на сцене таких больших актеров еще больше меня, конечно, взволновало и волновало уж, а как я волновалась на первом спектакле, я уже говорила. Ну, и когда я стала говорить свой монолог, то в середине у меня вдруг перехватило дыхание. В середине строчки стиха. Это была такая люфт-пауза, которая нарушала совершенно и ритм стиха, и, в сущности, не была абсолютно нужной. Я от этого еще больше испугалась, и вдруг я вижу глаза Остужева. Глаза
полные такого одобрения, такого сочувствия, такого какого-то необыкновенного и любви, и поддержки, что я овладела собой и продолжала дальше свой монолог. Вот это отношение его к молодому существу на сцене, это было необычайно, в сущности, трогательно. И еще, Марья Николаевна Ермолова. Величайшая актриса, слава которой гремела не только у нас, на нашей родине, но и далеко за ее пределами. Вот Марья Николаевна была необычайно скромна в жизни и необыкновенно приветлива. Я помню, один раз я встретила ее за кулисами, ну и после определенного приветствия она вдруг меня спросила: «А что вы играете? И что бы вы хотели играть? Какие роли?» Я поняла, что это была не простая любезность. Это была глубокая заинтересованность великой актрисы малого театра в том, что такое теперешнее в то время молодежь, чем она дышит и как она поведет дальше ее любимый малый театр. Что заложено в этой молодежи? Вот это внимание к молодежи, это было и у Марьи Николаевны Ермоловой, и у всех стариков тогдашних малого театра. Вот эту брошь Марьи Николаевны Ермоловой, портрет, я всегда ношу у себя на груди и всегда вспоминаю их отношение к молодежи и стараюсь во всем следовать их примеру. Мне пришлось довольно много быть партнером Елены Николаевны. И должен сказать, что необыкновенное внимание, с ней очень легко работать. Она не только как бы не мешает и не дает много советов, а наоборот сама ждет советов. Это у нее очень и очень большое и хорошее качество. Я помню, мне пришлось после Александра Алексеевича Остужева вступать в роль Урьеля Акосты. Она играла Юдив. И она, и Александра Александровна, которая играла мою мать, были необыкновенно ко мне внимательны, а это очень дорого для актера, который входит в уже готовый спектакль. Елена Николаевна очень любит сцену, но любит ее, для нее и много трудиться. И это ее очень большое качество. Надо сказать, что настолько дисциплинирована она во всем, и в репетиционной работе, и в спектаклях, что с нее можно брать пример. Это действительно полная отдача работе в театре, служению театру. Надо сказать, что ей пришлось работать со многими режиссерами, и она то же самое с удовольствием, как бы, с большой охотой шла на советы и даже на, можно если так сказать, и на учения, на полезные советы этих режиссеров. В последнее время она перешла уже на новые роли, и здесь нужно сказать ей очень хорошее качество, отдать ей должное, что она не гнушается и небольшими ролями. Одни из последних работ – это вот «Мать Кисельникова в пучине», которая, мне кажется, очень тоже для нее интересна. И «Перед заходом солнца» в пьесе Гауптмана – это тоже одна из последних ее работ. В театр пришел новый режиссер Леонид Хейфиц. И вот с какой покорностью, с каким интересом, с какой отдачей она работала с этим новым для нее режиссером, который много ставил перед ней трудностей, и на которые на преодоление этих трудностей она охотно шла. Там прекрасные апельсины и яблоки, господин управляющий, не угодно? Нет, спасибо, не хочу.
У меня времени в обрез. Нам могут помешать, а мне надо с вами поговорить без свидетелей. Вам известно о моем намерении перевести вашего брата в Польшу? Да, я узнала об этом четверть часа тому назад. Ну и как вы к этому относитесь? Я боюсь переездов. Почему? Фрау Петерс, где умер ваш муж? Мой муж умер в тюрьме. Его перевели на работу в другое место. И в дороге вагон с нашим имуществом загорелся. Мужа обвинили в том, что он сам его поджег, чтобы получить страховку. Он покончил с собой. Я боюсь переездов. Простите, простите. Я не хотел бередить ваши раны. Фрау Петерс, если бы вам предложили весьма крупную сумму, не согласились бы вы уехать отсюда? Я повторяю, не согласились бы вы вместе с вашей дочерью покинуть наши края, если бы вам за это дали, ну, скажем, 40 тысяч марок. Господин управляющий, что все это значит? Хотят избавиться от Инкин? Видит Бог, господин тайный советник может сделать это и без всяких затрат. Пусть он перестанет к нам ездить. И он может не сомневаться, что Инкин не станет искать с ним встреч. Господин тайный советник ничего об этом не знает и, добавляю, не должен знать. А кто же деньги сулит, если не он? Деньги дают родственники Клаузена. И поверьте, они ни перед чем не остановятся, чтоб раз и навсегда покончить с этим. С чем? С этим? Ничего нет? Тем лучше. Лучше для вас, стал быть, Инкин просто ни с того, ни с сего становится богатой невестой. Дай бог всякому такое везение. Я от вас не требую сейчас окончательного ответа. Вы подумайте, взвесьте все как следует, ведь второй такой случай может не представиться. Деньги есть деньги. Да если дочь узнает, что вы осмелились предлагать мне... Зачем ей узнавать? Узнает. А гордость у нее отцовская. Она на все способна. Фрау Петерс, я вам сказал все, что мог. Кто такой господин Кламрат, вам объяснять не надо. С профессором Вольфгангом Клаузеном я сидел за одной партой с его женой. Лучше не связываться, я не буду скрывать от вас. Тучи над вами сгущаются. Ермолова, Остужев, Южин, Ленский. Это представители романтической линии, романтической традиции малого театра, к которому всегда так рвалась моя душа, которая всегда была необыкновенно мне близка. И вот, может быть, от этого я даже в концертах, когда мне приходилось читать на эстраде, а я очень любила читать на эстраде в свое время, я и читала Лермонтова, Байрона, чудесную лирику Пушкина, Горького. И когда я была на фронте, во фронтовых бригадах, я и там читала Лермонтова, «Изм Цири», «Бой с барсом», пушкинскую «Полтаву», «Полтавский бой», Горького, «Старуха Изергиль», «О горящем сердце Данко». И там, на фронте, я увидела необыкновенных людей –
людей необычайного мужества, самоотверженности, людей, для которых мне хотелось сделать все, что только в моих силах, отдать им всю свою любовь, все свое вдохновение, все, что я только могла бы для них сделать. И вот, вероятно, тогда уже созрело мое твердое желание, помимо малого театра, служения малому театру, отдать все свои силы и все свои знания этим замечательным людям в военных шинелях. Я получаю очень много писем, и вот мне хочется несколько строк из одного из этого письма прочесть вам сейчас. Это письмо одного моего однофамильца, которого я никогда не видала. Он пишет: «Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна. С большой радостью узнал о присвоении вам звания Героя социалистического труда. Еще мальчишкой прослышал вас, он пишет, знаменитой однофамилицы, и с тех пор мое сердце всегда наполняется гордостью, когда я видел, слышал или читал о вас. Но все-таки есть один момент, который, простите меня, роднит нас. Оба мы служим в советских вооруженных силах. Я, правда, немного меньше, чем вы». Действительно, я уже 27 лет имею честь быть председателем Центральной комиссии по культурному шефству над вооруженными силами Советского Союза. И письмо подписано: «С глубоким уважением, гвардии капитан Гоголев Валерий». Ну вот, я вам рассказала почти всю свою жизнь до сегодняшнего дня. А сейчас я хочу вам прочесть мои любимые стихи. Пушкин. Цветок. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ль цвел, и сорван кем? Чужой, знакомый ли рукою, и положен сюда зачем? На память нежного ль свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та, жива ли? И нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок?